Четыре главных фонтана ждет большой ремонт. Сооружения в скверах имени Дзержинского, 30-летие ВЛКСМ и Первомайском, а также на Театральной площади ждет капитальная реставрация. Все эти объекты, как и еще 10 фонтанов, находятся в ведении Управления дорожного хозяйства и благоустройства. План работ внушительный. Замена насосов там, где это необходима продувка труб, замена деталей в системах водоснабжения и водоотведения, покраска чаш и заделка брешей в них. В мэрии поясняют, в ближайшее время будут объявлены аукционы по поиску подрядчика, который проведет проектно-изыскательные работы. После этого и начнется процесс восстановления объектов. Отметим, что в случае с фонтаном у музыкального театра подготовка к ремонту обойдется дороже всего. На нее планируется потратить более 2 миллионов рублей.